Алексей Безруков. Тишине. Улам Расул. Начинаем финал за третье место. Борцы весом 29 килограмм. Паньков Игорь, Гвоздков Владислав. На ковер приглашается. Ковер А. Паньков Игорь, Гвоздков Владислав. Борцы весом 29 килограмм. Так, а мы каждый в свой угол вышли. Вот он яс, да? Да. Яс как раз выиграл. Повязку дети. Приготовиться. Казизов Арсен, Светлаков Архип. Победу на душе одержал Гвоздков Владислав. Саратов Комсомоль занял третье место. А на ковер приглашается Казизов Арсен, Светлаков Архип. Время 0-1 после первого периода.